Добрый вечер. Мы очень рады, что в сегодняшнее время мы можем сделать совместные усилия размышления. Мы сегодня пригласили вас на такой концерт размышлений, который призван помочь нам исправить то, что сегодня слушал песню Бориса Гребенщикова «Я родился со стертой памятью, моя родина где-то вдали». И часто понимаешь, что действительно очень хочется и очень важно, чтобы в жизни можно было опираться не только на то, что есть вот сейчас, а то, что можно увидеть, а на какие-то корни и основания, которые действительно дают жизнь. И часто мы не знаем таких людей, таких примеров, которые или знаем очень плохо и мало, о которых действительно можно на чего-то опереться и быть человеком всерьез. Вот 20 век был, конечно, очень трудным. Я думаю, что кто-то в 20 веке успел пожить, вот многие успели пожить совсем немного, в том числе я, там, чуть больше 10 лет. Но вопрос о том, как нам обретать эти корни, как нам обретать живую память о наших соотечественниках, вот этот вопрос мы постараемся вместе сегодня как-то продвинуть. Наш концерт называется «О вере и верности». И сегодня мы услышим рассказы о тех людях, дорогих для тех, кто будет рассказывать, тех, кто всерьез смогли в жизни эту верность и себе, настоящему себе, верность своему призванию, верность Богу и тем, кто рядом с Ним, проявить. Это очень разные люди. Кто-то является родственником, кто будет рассказывать, кто-то связан через профессиональные какие-то связи, а кто-то просто вот так запал в сердце, что невозможно о нем не рассказать. А также будут песни и музыка тоже на эту тему, потому что всегда хорошо, когда есть и слово, и поэзия, которая это слово дополняет. Вот. У нас сегодня будут участвовать разные музыканты замечательные. Ну, может быть, я представлю всех-всех в конце, но музыканты Дмитрий Студенный, Павел Федосов, Чингиз Бахадов, Людмила Кириевская. И мы надеемся, что для нас получится сегодня такое размышление вместе сделать, и что для каждого, для тех, кто готовил этот вечер, для тех, кто пришел в гости, что-то произойдет между нами и каких-то оснований и корней для того, чтобы жить сейчас и здесь, их станет больше. Спасибо. Thank you.